уральская усадьба, представляю. Сегодня у нас 7 августа 2017 года. Приехали устанавливать теплицу. Фермер Эко 3х10 с перегородкой. Сейчас будем гружать металлокаркас. Уральская усадьба представляет. Всем, кто смотрит канал, привет! Сегодня у нас рассказ небольшой о теплице. Фермер Эко. Длиной 10 метров, шириной 3 метра. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20х20. Арки выполнены в виде ферм. Крепление арок между собой осуществляется с помощью связей и системой крабы на саморезы. Сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100. Брус частично лежит на бетонном основании, частично на втором ряде бруса. Так как здесь раньше стояла теплица, на бетоне длиннее и шире. На ее месте поставили стандартную теплицу, стандартной ширины, стандартной длины. Так, поликарбонат мы использовали 4 мм, 0,7 плотности. По торцам у нас расположены цельные двери. Также есть форточка в торце. Так, на каждом торце. И плюс перегородка с аналогичной схемой открывания и закрывания. В теплице уже жарко. Солнышко нагревает хорошо, несмотря на то, что на улице в районе 17 градусов тепла всего лишь. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!